Ассаламу алейкум, Агаим, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Карагандинская полиция выявила 22 случая незаконной эксплуатации детского труда. В области за два дня спецотработки занятости сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних выявлено 22 подростка, занятых трудом с нарушением трудового законодательства Республики Казахстан. Среди них 18 несовершеннолетних, работающих в увеселительных заведениях и продавцами на торговых точках. Так, участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних ОВД города Балхаш совместно с представителями Государственной инспекции труда и отдела образования в ходе проведения отработки на автомойке в городе Балхаш по улице Жильтоксан выявлены двое 16-летних школьниц, которые работают автомойщицами с 10 до 6 часов вечера без заключения трудового договора. Это является нарушением трудового законодательства. Как отмечает полицейский, широкомасштабная акция «Занятость» проводится в целях предупреждения и профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних в летний каникулярный период, а также для обеспечения занятости подростков, состоящих на профилактических учетах органов внутренних дел, для выявления фактов незаконной эксплуатации детского труда на территории Карагандинской области. Единая конкурентная политика – необходимое условие формирования эффективного функционирования единого экономического пространства. Такова была тема круглого стола, который прошел сегодня при поддержке акимата Карагандинской области. Мероприятие, на котором рассматривались вопросы конкурентности трех стран – Белоруссии, Казахстана, России – прошло при поддержке акимата Карагандинской области. С 1 января заработало единое экономическое пространство. Так, с начала деятельности таможенного союза значительно вырос товарооборот между странами. Взаимный товарооборот вырос на 32%, что превышает результат прошлого года. В 2010 году товарооборот Казахстана с Россией и Белоруссией вырос на 22%, а товарооборот Казахстана с Россией увеличился на 24%. Основными направлениями формирования единой конкурентной политики в рамках единого экономического пространства – антимонопольное и ценовое регулирование, также государственные и муниципальные закупки. Первая задача – до конца текущего года, в настоящее время, мы разрабатываем, Евразийская комиссия разрабатывает нормативно-правовые акты, которые позволяют регулировать и пресекать те нарушения, которые могут быть возникнуть на одной, двух, трех странах. Предусматривается до конца года это разработка модельного закона конкуренции, принятие его в следующий год, середина года на уровне глав государств. В рамках круглого стола не обошли стороной и вопросы различий в конкурентном законодательстве трех стран. Одна из первоочередных задач гармонизации конкурентного законодательства является свободное передвижение товаров, снятие барьеров и одинаковые подходы в вопросах конкурентной политики. В октябре следующего года главами государств должен быть принят документ о полном завершении гармонизации законодательства трех стран. Как отметили присутствующие, все эти работы должны найти свои конкретные решения в июле 2013 года. И будут решены вопросы, связанные и с нефтепродуктообеспечением, электроэнергетика, вопросы транспорта, вопросы продовольствия, зерна, лекарств и многие другие вещи, мы имеем возможность работать совместно в этих направлениях и рынки развивать, и защищать интересы наших граждан. Также отдельно на круглом столе были обсуждены такие вопросы, как предоставление услуг сотовой связи в роуминге и тарифы на электроэнергию. В завершении участниками круглого стола были подписаны меморандумы о сотрудничестве национальных антимонопольных органов Евразийской экономической комиссии. Мирамгуль Салкимбаева, Толеген Рашид, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этих выходных на базе «Ресурсный центр» состоялся семинар на тему регистрации миссионеров и религиозных объединений и их филиалов. Прошел он среди представителей юстиции, прокуратуры, а также Департамента внутренних дел Карагандинской области. Регистрация религиозного объединения производится в соответствии с законом Республики Казахстан, а также иными нормативными правовыми актами. Цели проведения этого семинара – выработка совместных межведомственных решений в части реализации государственной политики в сфере религии. Религиозное объединение перерегистрируется, значит, у него должен быть 50 человек инициаторов. Может быть больше. То есть, если регистрируется местное религиозное объединение. Раньше, например, в законе о свободе вероисповедания у нас были понятия малочисленной религиозной группы. Поэтому малочисленных религиозных групп в основном они создавались до 10 человек, можно было и в количестве 3 человек создаваться, но они проходили учетную регистрацию в управлении внутренней политики городов района. А сейчас таковое понятие учетной регистрации нет, есть только
государственная регистрация. Основными положениями регистрации религиозных объединений является учетная регистрация их филиалов и представительств, процедуры проверки соответствия учредительных и других документов, представленных на регистрацию. Семинар был организован по трем основным темам, одной из которых являлась перерегистрация религиозных объединений, вторая – опыт работы по регистрации миссионеров в Павлодарской области, и третья тема – регистрации миссионеров в свете закона Республики Казахстан. У нас же еще и делится не только что на местные религиозные объединения, она делится на региональные, на республиканские, где численный состав инициаторов больше. По результатам семинара были выявлены решения, которые вошли в заключение проведения семинара-совещания. Мирамгуль Салкимбаева, Тулеген Рашид, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Карагандинские бизнесмены стали жертвами воров. Неизвестные похитили 10 миллионов тенге из салона авто за 5 минут, сообщает закон.кз со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. Кража произошла 27 июля около полудня на территории фирмы, расположенной в районе имени Казыбек-Би. Неизвестные разбили левое заднее стекло двери автомашины «Мерседес», принадлежащей заместителю директора фирмы, и похитили пластиковый пакет с деньгами в сумме 10 миллионов тенге, принадлежащих фирме. Владелец авто отлучился всего на 5 минут. Этого времени ворам вполне хватило, отмечают в полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело, принимаются меры к задержанию подозреваемых лиц. Вместе с тем полиция Карагандинской области просит граждан отнестись к сохранности своего имущества ответственнее. Ни в коем случае не оставляйте крупные суммы денег без присмотра, даже на непродолжительное время, предупреждают в полиции. Карагандинские полицейские задержали молодого человека, который стрелял по отдыхающим на пляже Федоровского водохранилища в Караганде. Об этом сообщает Департамент внутренних дел Карагандинской области. 24 июля в Караганде на пляже Федоровского водохранилища стреляли по отдыхающим. Молодой мужчина, поступивший в больницу, рассказал врачам, что его ранили на пляже в то время, когда он выходил из воды. По словам врачей, стреляли дробью с небольшого расстояния. Дробь попала в ногу и в лицо. Травмы угрозы для жизни не предоставляют. Полицейские по данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело. Детальный анализ путем сопоставления важных фактов и схожих обстоятельств позволил вычислить главного подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный житель Караганды, который дал признательные показания. Детальный анализ путем сопоставления важных фактов и схожих между собой обстоятельств позволил вычислить главного подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный житель города Караганды, который признался в содеянном. Изъят обрез охотничьего ружья, две гильзы 16-го калибра, задержаны в отдворенный изолятор временного содержания, проводится расследование. Лето – пора аллергии. Красные глаза, насморк и другие малоприятные симптомы могут значительно подпортить настроение. Как уберечься от сезонных обострений? Может ли аллергия вызвать осложнения? И как бороться с данной напастью? Ответы на эти вопросы искала Ирина Камышова. Молодая мама Ольга Ким – аллергик со стажем. Данной напастью она страдает уже более 10 лет. Любимое время года – лето – для Ольги каждый раз превращается в настоящую пытку. Постоянная заложенность носа, насморк и красные глаза. В сумочке Ольги, в отличие от обычных девушек, не косметика и духи, а целый набор лекарств от аллергии. Снять симптомы этой болезни возможно лишь на пару часов. Потом невыносимое чувство повторяется вновь. С каждым годом все хуже, полынь все больше. Отвлекает от работы, если за компьютером особенно. Мешает постоянно эти капли, эти таблетки. Очень сильно отвлекает, конечно. Не просто, если куда-то выезжать за город, вообще ужасно. По степи, по этой полынь выше меня ростом. Таблетки утром, вечером, если куда-то выезжать далеко, по-любому перед поездкой. Капли в глаза раз по 5, по 7, иногда и бывает по 10 в сутки. Капли в нос, спрей в нос, это несчитанное количество раз. К врачу обращалась, да, выписывают каждый год новые лекарства, новые препараты, новые таблетки. С каждым годом все слабее и слабее, приходится покупать что-то новое, что-то более дорогостоящее. С каждым годом все хуже. Аллергия – это особенность реакции организма на различные факторы окружающей среды. Одной из самых распространенных летних форм заболевания является полиноз – реакция на пыльцу растений. Жара, влажность плюс разнообразные примеси, загрязняющие воздух – и все, рецепт летней аллергии готов. Лечение болезни должно проводиться под строгим контролем медиков, говорит специалист клиники Мирей Татьяна Жанагулова.
Во многих семьях люди страдают этой аллергеном, аллергией на полынь. Ну, очень много обращаются это к аллергологу, а некоторые сами лечатся, неправильно лечатся. Они часто начинают сразу гормональными препаратами. И после этого уже лечить таких больных труднее. Поэтому надо сразу обращаться к аллергологу. В клинике МИРИ ведут прием два аллерголога, детские и взрослые, которые с помощью специальных методов обследования, кожные пробы, уровень специфических иммуноглобулинов, число эозинофилов могут подобрать качественное и, самое главное, эффективное лечение. Отмечают три волны обострения сезонной аллергии, начиная с весны до середины осени, когда начинают цвести различные виды растений и трав. Одной из основных причин обострения аллергии в летний сезон является полынь. К роду полыни относят около 400 видов растений, в том числе некоторые декоративные виды, используемые в озеленении и благоустройстве. Основной период пыления составляет обычно 14-20 дней и приходится на начало и середину августа. Карагандинцы как могут борются с полынью, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние, ведь в некоторых местах это растение достигает практически человеческого роста. Да, у нас женщины, они не могут терпеть это, аллергию от полыни. А я терплю, и ничего, она на меня не влияет. Вот поэтому попросили меня, ты, пожалуйста, вырви вокруг насосной, а то у нас, говорит, не можем терпеть. Аллергия. Сразу кашель, сразу насморки. Невозможно, говорит, терпеть эту полынь. Мы предлагаем несколько простых советов, которые помогут облегчить симптомы аллергии. При аллергии завесьте открытую форточку влажной марлей. Сверните влажную марлю минимум в 2 слоя и повесьте на форточку. Как только марля высохнет, побрызгайте ее водой. Обычная сетка на окнах защитит вас от комаров, но только не от аллергенов. Аллергены могут оседать на одежде, поэтому, придя с улицы, постирайте ее. Пыльца и пыль оседают на волосах, потому, возвратившись с улицы, помойте голову. Не забудьте помыть руки и лицо. На них также могут быть аллергены. Приобретите увлажнитель воздуха. Благодаря этому прибору влажность в квартире увеличится на 70-80%, и вы защитите себя от аллергенов. И помните, орхидеи, лилии, гиацинты и астры – самые аллергенные цветы. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Карагандинцы решили поддержать своих соотечественников-спортсменов в Лондоне народным флешмобом. В минувшую пятницу энтузиасты нашего города собрались на площади Независимости, дабы оказать всесильную поддержку своим землякам. Инициаторами проекта являлись Управление туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области, Народно-демократическая партия Нур-Отан, акимат города, а также стадион «Шахтер». На сегодняшний момент казахстанскими спортсменами завоевано 116 лицензий по 25 видам спорта. 11 лицензий из этого количества у атлетов из нашей области. В поддержку спортсменов, популяризации спорта, а также в честь открытия 30-х Олимпийских игр и состоялась данная акция. Самому главному событию предшествовала концертная программа. Здесь выступали все желающие показать свои спортивные навыки ребятам, даже такие, как, например, трейсеры. После небольшого импровизированного концерта состоялся и сам флешмоб. Все желающие составили из самих себя огромные олимпийские кольца, а потом разбежались в стороны. Видео с конечным результатом будет отправлено в Лондон нашим землякам. Надеемся, что такой способ моральной поддержки окажется им полезным. Александр Крылов, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, то телефон нашей редакции 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сау болыңыздар.